В Ульяновске отметили Международный день музеев. Поздравить виновников торжества приехал губернатор региона Алексей Русских. Не будет преувеличением сказать, что музей – это сердце общества, а вы – музейные работники, его хранители. Благодаря вашей профессиональной деятельности бережно сохраняется богатейшее наследие родного края и нашей великой страны. В единое целое соединяются прошлое, настоящее и будущее. Глава региона вручил награды лучшим работникам музеев. Почетным знаком губернатора за веру и добродетель отмечена заведующая музеем изобразительного искусства 20-21 веков Елена Сергеева. Благодаря ее стараниям 30 лет назад появился музей, на территории которого проходило торжество. Елена Николаевна познакомила губернатора с богатейшей коллекцией музея. Здесь средства искусства, связанные с нашим краем, это известный художник Московский Брагин, хотим сказать, что основная часть коллекции музея сформировалась в 1920-е годы из музейного бюро отдела ИЗО Наркомпроса, отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, Государственного музейного фонда частных собраний Симбирской губернии. В начале 20 века пейзаж был одним из ведущих жанров. В картинах Коровина, Жуковского, Петровичева, Грабаря, Виноградова нашли продолжение традиции национальной реалистической школы. А в Международный день музеев открылась выставка «Дары музея. Часть вторая». Это произведение художников фигуративного абстрактного искусства. Посетители могут вновь окунуться в мир художников творческого объединения «Левый берег» Алексея Соколова, Рамиля Идрисова, Сергея Майоршина, Евгения Сидорова и Игоря Замалиева. И впервые увидеть работы организатора знаменитой студии художников «Новая реальность» Элия Белютина, итальянца по происхождению советского художника. Могу сказать в скобках, что мы могли бы сделать и третью, четвертую, пятую часть, потому что действительно мы благодарны тем, кто пополняет наш музей, пополняет нашу культурную память и действительно заставляет нас ощущать себя нацией. Если мы бережем вот эту память историческую, культурную память, это, наверное, самое главное. Еще одним подарком музея стала выставка «Керамика Пабло Пикассо». Керамику знаменитого мастера преподнесла в дар Советскому Союзу в 1970 году художница Надя Леже, жена француза Фернандо Леже, который увлекался керамикой Пикассо. Сейчас эти работы хранятся в фондах Ульяновского областного художественного музея. Но не только музей отметил юбилей. Региональное музейное сообщество вспомнило симбирского архитектора Августовича Шаде, который приехал в наш город 125 лет назад и построил множество прекрасных зданий, в том числе особняк барона Штемпеля, где сейчас находится музей изобразительного искусства 20-21 веков. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.